Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Что означают сны в новогоднюю ночь? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Далеко не все проводят новогоднюю ночь без сна на вечеринках. Многие, встретив праздник в кругу семьи, друзей, отправляются доспать остаток ночи, чтобы встретить утро 1 января отдохнувшими и готовыми к Новому году. И сны, приснившиеся в это время, практически всегда оказываются не просто снами, а знаками судьбы и ее подсказками. Все дело в новогодней магии, которая в этот праздник окутывает все и вся, просачивается в каждую щелочку и наполняет собой абсолютно все вокруг. Но если не приснилось абсолютно ничего или помнится, что сон был, но совсем невозможно вспомнить, какой именно, это не значит, что что-то плохое. В этом случае нужно обратить внимание на свое самочувствие после отдыха. Если тело наполняет энергичность и бодрость, то ждут хорошие события. А если усталость, угнетенность, возможно, могут быть неприятности. Но все-таки, что же значит новогодние сны? Если вам приснился незнакомый человек, то это означает скорую встречу своей второй половинки и бурное стремительное развитие романа. Страшные, жуткие кошмары вовсе не сулят ничего плохого, а лишь говорят о том, что пришла пора изменить течение собственной жизни. Что-то гнетет и не дает покоя. Нужно разобраться со всеми проблемами и решиться наконец-то на кардинальные перемены. Если под бой куранта было загадано желание, и сон был связан именно с ним, то это значит, что оно исполнится в первом полугодии Нового года. Это очень хороший знак. Кроме этого, такой сон предвещает приятные неожиданности, которые могут перевернуть жизнь с ног на голову, но все будет однозначно к лучшему. Если во сне происходит скандал с кем-то из близких, то это говорит о том, что в реале этот человек обижается или злится. Нужно как можно скорее поговорить с ним и все выяснить. Разрешить конфликт, иначе он грозит перерасти в грандиозные проблемы. Любые выигрыши, прибыли, продажи, деньги во сне будут означать обогащение и крупную прибыль. Этот сон толкуется прямо и понятно. Бывает и такое, что в Новый год снятся покойники. Если они плачут, жалуются на что-то, то нужно обязательно сходить в храм и заказать службу. Также нужно до Рождества посетить кладбище и помянуть их. Если они что-то говорят, постарайтесь запомнить. Кстати, слова покойников имеют большое значение для реальной жизни, не только в новогодних снах. Они всегда несут в себе какое-то очень важное значение, и их обязательно нужно запомнить. Вот такие сны в новогоднюю ночь могут подсказать вам, что вас ожидает в будущем. Обязательно, по возможности, запомните свой сон, чтобы узнать, каким будет для вас Новый год.